Всем привет, друзья! Сегодня у нас 27 августа 2018 года, и я хочу рассказать, что у меня находится сейчас в вазе, в кувшине. В общем, друзья, это те самые лотосы, на которые я ездила, получается, в Стрелку, в долину лотосов. Те самые, которые почти уже отцвели, но уже, скорее всего, в принципе, отцвели. В общем, за 13 дней, а посадила я именно, ну как посадила, пустила в воду я семена от лотоса именно 14 августа, сегодня 27, в общем, ровно 13 дней назад я просто кинула в воду семена от лотоса. И как вы уже можете видеть, мало того, что почти все пустили побеги, на двух побегах уже появились листья. Да-да, друзья, вот они, эти будущие лотосы. Я, конечно, не знаю, что с ними делать дальше. Им по-любому со временем, в ближайший месяц, понадобится какой-то водоем. Ну, или какое-то большое пространство с водой, потому что все-таки я вижу, что не все, к сожалению, два семени не распустились в силу, наверное, того, что распустились другие, забрали питательные макроэлементы. В общем, выжили из воды столько, сколько могли. Вы представляете, вот они, будущие лотосы в домашних условиях. Это реально. Обязательно буду рассказывать, что будет с лотосом в дальнейшем. Ну, в общем, мы все запомнили, да, с вами, что день высадки лотоса 14 августа и в комфортных, в обычных условиях дома. Просто стоя на подоконнике с набранной водой. Кстати, меняла я воду трижды за все время. Вот только что поменяла и решила вам показать результат своих трудов. Вот видите, одно даже семя всплыло. Тесновато им там, видите? То есть там, ну, посчитать очень сложно. Честно, я, по-моему, считала штук 8 или 9 там зерен. Внутри, посмотрите, да, никак в аквариуме. В общем, по идее, вот эти два, получается, уже листика надо куда-то рассаживать и добавлять землю, потому что у них, ай, как бы достать, в общем, у них появились вот такие корни, то есть они уже пустили корни, и теперь им нужно больше выжимать питательных элементов, нежели просто, да, из воды, а значит, им нужна земля, то есть любой лотос приживается сначала с воды, потом добавляется земля и высаживается в какой-то водоем. Но проблема в том, что в домашних условиях у меня водоем никак не получится сдать. Больше всего интересно, смогу ли я поддержать вот эти два ростка, хотя бы два, понимаете, там, где уже есть листочки, в таком вот домашнем состоянии. Либо же я придумаю, где-нибудь найду какую-то емкость, потому что мне хочется, честно, чтобы посмотреть, что там будет дальше. Пишите в комментариях, что мне делать с лотосами, точнее, как бы, есть ли шансы